пришлось выполнить повторный заход, в котором мы и были сбиты, так что никого мы не бомбили. Полковник, когда узнали о том, что при бомбежке российской авиации погибло 20 человек в жилом доме, что вы чувствовали об этом? Я чувствовал горечь и сожаление, потому что мы такие же христиане, как и грузины, и считаю, что такие конфликты должны решаться, ну, в первую очередь, наверху, а уже в последнюю очередь военные не могут быть. Вы то же самое скажите на России, когда там русское телевидение вас снимать будет? Так же, да? Конечно. Какие ваши последние слова, покидая Грузию, грузинскому народу? Я благодарен грузинской медицине, потому что, если бы не они, наверное, трудно было бы остаться живым. Я благодарен. Мы христиане. Спасибо вам. Сегодня христианский праздник. Поздравляю вас. Живите миром. Не летайте над Грузией больше. И вам мира. Удачи вам.